Чемпионат Вилипа Усть-Сандан в минувшую субботу принимал спортивный зал стадиона «Химик». На церемонии открытия участников и зрителей приветствовал почетный президент Федерации УШУ Тверской области, депутат Тверской городской думы Владимир Родионов. В молодости он и сам занимался этим жестким единоборством и на собственном примере может рассказать, какую пользу приносит занятие УШУ. Мы учимся добиваться целей, получать результаты. Спорт – это здоровье. То есть поэтому вот эта миссия, эта задача как бы федерации выполнить так, чтобы в нашем Тверской области больше было занимающихся этим видом спорта, больше было здоровых, сильных и уверенных людей в Тверской области. Соревнования собрали более 80 участников в возрасте от 11 до 18 лет. Свои команды выставили спортивные клубы Твери, областная спортивная школа по видам единоборств и Тверское Суворовское военное училище. Есть ребята, которые мастера спорта, которые победители международных турниров выступали. Такой турнир есть престижный по УШУ, звезды УШУ. Будущие офицеры из Тверского Суворовского училища в основном занимаются армейским рукопашным боем. Но, как оказалось, уверенно чувствуют себя и на турнире по УШУ Саньда. Правила почти одинаковые, только в рукопашном бое решена борьба в партере, а в УШУ ее нету. А так одно и то же все. Бой – это самая лучшая тренировка, но, конечно, все хотят победить. В программе соревнований определились обладатели 16 комплектов медалей в разных возрастных группах и весовых категориях. Призеры, кроме наград, завоевали путевки на областной чемпионат. И, конечно, все участники получили ответ на вопрос, что является главным в УШУ. Характер, в первую очередь, характер. А закалять характер надо в спортивных залах. Андрей Крылов, Антон Шишкин, ТВ-2.